Это что такое? Это что за роб... Боже, это что за робокоп пошел второй? Всем привет, и мы продолжаем проходить Quake 4. Что ж, мы на корабле? Поднимаемся на корабль. О, там люди какие-то. Или мне показалось? О, да, там кто-то есть. Да-да-да. О, мы на борту. Сколько времени мы уже на это угрохали? 18 часов. 18 часов. Деловые батареи. Ага. Ух, нихрена себе пушка. Фир прям. Не знаю. Немедленно пройдите в отсек 8D. Ничего себе! Но броня не выдерживает прямого попадания. А-а-а. Ну тогда ладно. Вы тут занимаетесь, а я пойду. Так. Дезинфекция. Здорово, мужики. Заразу? Она мне есть зараза? На меня есть, оказывается, зараза. Ладно. Все, заразы нет, можно проходить. Ну. Да достали уже с продувкой камеры. Давайте уже открывайте. Спасибо. А теперь открыли? А, открыл дверь? Спасибо. О, оно само сохранилось. А так все тихо, как на кладбище. Надеюсь, так и дальше пойдет. Рядовой Марк Лоренци, пройдите в медицинский отсек 3. Куда-то наверх можно было пройти. Но нам, к сожалению, туда нельзя. Привет. Ты похож из Дума 3. Там есть чувак такой в начале. А-а-а, новичок, приятно видеть новые лица. Может, ты его брат? Говорят, механики готовят 4 грузовика. И что это значит, не знаю. Но судя по количеству машин, что-то серьезное. Что-то серьезное? Ладно, с ними поговорить нельзя. Доступ запрещен. А, черт! Я же предупреждал! Здесь все пора менять! Еще бы! Тьф. На этом корабле мой дедушка служил. Это заметно. Ладно, дедушка? Подлатаем, старик, можем предупредить. А откуда? Так, давайте. Но противник движется прямо на парней из Пумы. Столовая? Никаких шансов. Конец связи. Вау. Столовая? Значит, Макрон убит? Да. Я видел, как вас привезли с орбитальной станции Армстронг. А. У вас все лицо было искорежено. Кейна придумали, чтобы пугать новобранцев. Нет, это правда он. Только что сообщили, что пугать. Пройдите на огневой рубеж. Новобранцы. Медицинский отсек. Оооо. Интересно, что в медицинском отсеке? Тут столько всего можно исследовать, боже. Зал инструктора... Ой, не хочу. Прожек... Заперто? Его тоже считали мертвым. Лазарет. Ладно, идем. Утром на вскрытии был неприятный случай. Мертвый Строк напал на нас. О-о-о. Мертвый, это плохо. Здравствуй. Капрал, я занят. Хорошо. Зато у НП-6 и НП-7 есть компенсаторы. Я знаю. Но ты почитай инструкции. Зал инструктажа. Оружейная. Нельзя. Жилой отсек тоже нельзя. Я хотел поспать. Ты занят? Кейн, остальные бойцы вашего отряда уже на месте. Проходите. Спасибо. Мне давно пора. Задача выполнена. О. Кейн вернулся. Ты чего? Кейн нормальный парень. Садитесь. Отряд Носорог. Все, что вы сейчас услышите, совершенно секретно. Обсуждать эту информацию с кем-либо запрещено. Гибель Макрона
оказалась для нас очень своевременной. Мы собираемся развить наступление. Для этого мы спланировали следующую операцию. Лейтенант Восс, вам слово. Разведка выяснила, что у Строгов есть глобальная система связи — Nexus. Через него командиры передают приказы бойцам. Nexus координирует силы Строгов и поэтому является их ахиллесовой пятой. Джентльмены, мы собираемся атаковать центр связи с Nexus'ом. Наш отряд должен доставить электромагнитную бомбу на нижний этаж здания. Как только мы окажемся на месте, мы взорвем бомбу. Электромагнитный импульс уничтожит устройство под названием «Тетраузел». Войска Строгов потеряют связь с командованием. Чтобы гарантировать успешный исход операции, к месту назначения отправятся еще три таких же конвоя. Их позывные — «Война», «Голод» и «Чума». Значит, мы — смерть. Да, мы — смерть. Вопросы есть? Конвой скоро отправляется. Позаботьтесь о своем снаряжении. Разойтись! Рядовой Марк так. Лоренци, пройдите в медицинский отсек 3. Взять снаряжение, предмужики. Nexus очень мощная система. Управлять мыслями миллиардов Строгов может технология. Так. Во-во-во, почему такие просадки были? Жесть какая-то. Здорово, мужики. Оружейная. Здрасте. Одной рукой держит раненого на плече. Другой стреляет из автомата и при этом еще приказывает... Так, мне нужно снаряжение, мужики. Не помню. Они охраняли... Ладно. Эй, солдат, держи, это увеличенный магазин для автомата. О, спасибо. Так, найти конвой... О. Хорошо. Ганнибал, мне нужна помощь. Кто вы? У меня нет сигнала. Что за звук был? Хорошо. Лейтенант Босс, иду. Пройдите в восьмой зал для инструктажа. Идем, куда нам нужно. Пэт, вы меня ждете? Вся техника для отряда Бизон должна быть на ходу через 4 часа. Пока. Я спускаюсь. Не побудем мы так нормально на кораблике, хотя очень даже интересно. Так, что у нас там дальше? Гейн, это Босс. Угу. Так, автоматик. Вода. Гранатомет. О. Туда беги. Зачем так орать? Так, вот он, конвой. Куда мне тут нужно? Отлично, давайте сохранимся. Вас понял. Поехали. Интересно, глубоко мы заберемся в тыл Строгов? О, я тоже так, мне тоже интересно. У меня чувство плохое, парни. У меня плохое предчувствие вообще. Говорят, вы еще и не в таких мясорубках бывали, а? Мне рассказывали, как носороги сражались в Далласе во время вторжения. Интересненько, что нас ожидает. Без сценарика тут никак. Да? Нет задач. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, пушечка. Та самая пушечка. Вау. Просто жесть. Это да. Опс. Нечаянно Ctrl нажал. Держите. Так, там тут свои, да? Вижу. Вижу Строгов. Ой, блин, хотел гранату почему-то кинуть на... Как Call of Duty. Привычка!
возникла привычка. Бу! Жесть. Ах ты, скотина. Он заходит на второй круг. Не могу захватить цель. Ничего, сейчас мы его поджарим. О, танки. Поджарили его. Хе-хе-хе. Отлично. И пока без смертей. Зарадует. Вы как ради радуй. Ой, что-то я заговорился вообще. Так. Спокойно. Спокойствие, только спокойствие. Хорошо. Нам, наверное... Ладно, тут здесь открыто получается. Идемте вперед. О, здравствуйте. Успеть бы убраться от этой бомбы. Чего же ты бомба? Боишься? Она же электронная. Здравствуйте, мужики. Ну что, Кейн, готов спасти человечество? Да. Не каждый день выпадает такой шанс, а? Конечно. Нельзя. Что у тебя там? Это конвой смерть, как слышите? Так точно, конвой смерть. Переключаюсь на частоту 5-1-2. Вас понял. Хорошо. Почему так долго? Ну, блин, извини. Прыгай на тот грузовик, тебя отвезу. Кейн, надеюсь, ты хорошо стреляешь. Сохранюсь. Стреляем с пулеметика. Ну что ж. И этого. Главное, чтобы они не повредили ничего. Так, напоминаю, что мы играем на предпоследней сложности. Что может быть немножко сложновато. Так, ждем наших гостей. Что-то я пока никого не вижу. Пока все хорошо. Все в порядке, движемся к цели. Воу! А вот это вот я не ожидал. Черт, это десантируемые пулеметы! Разведка нас предупреждала! Их сбрасывают с низкой орбиты! Рус, нужно обезвредить мины, давай скорей. Уже иду! Так, мины. Хорошо. Я бы сохранилась. Так, большие ублюдки пошли. Эти двое готовы. Сейчас вы будете готовы. Готовы. Сзади еще. О. Готово. Так. Этот. Ну. Ах ты сволочь. Боже, сколько их, а? Сколько же их? Еще этот остался. Да ты еще жив? И ты жив? Да вы достали меня. Такое чувство, они бесконечные. Да умри ты. Ой, он там место. Так, сразу стреляем. Ты что, охренел? Так, тем временем мы на пулемете. Восстановление машины, это хорошо. Так, ты бы фонарь бы включил. Конвой война. Нас атакует. Хм. Вас понял, война. Вызываю поддержку с воздуха.
еще здесь будет жарко. Жарко? О, им повезло. Ну что вы, что вы? Хорошо. Уничтожить пулеметы. О, фак. Ну что ж, мы пытаемся уничтожить пулеметики. What the fuck? Где? Ах ты. Все вроде. Вроде бы уничтожил. Так, еще здесь. Ах ты. Взорвись. Да взорвись. Главное восстановление. Это сразу. Ракеты? Да я тут. Лейтенанта Восса. Здесь пулеметы вижу. Сейчас будет капец. Уничтожен. Отлично. Тихо. Ага, нам сюда, да? Кейн, мы на месте, слезай. Спасибо, отлично. Что выручил нас. Да не за что, ребят. Ладно, пошли вперед. Кейн, это лейтенант Восс. Заходи внутрь здания. Увидимся там. Хорошо. Восс, конец связи. Внутрь? Так, внутрь. Никуда больше. Так, вот у нас там выход. Что? Где у нас тут? А, вот. Я, оказывается, просто пропустил. Но пока легко. Это пока. Пока легко. Нам эту войну не выиграть. У меня предчувствие. Не смей так говорить. Эй, ты же слышал последнюю сводку. Сам знаешь, насколько все плохо. Ничего я не знаю. Я молча выполняю свой долг. И тебе тоже советую. Извини, мне некогда. Капрал Кейн. Да? О, как... Напичкайте железом этих гадов. Спасибо. Поехали, да? Родригес, ты будешь со мной. Строги проводят над пленными жуткие эксперименты. Они удаляют у людей разные органы. И смотрит, сколько времени из них можно прожить. Ох, ё. Это просто жесть. Кейн, ты ещё жив? Да, жив. Вероятно. Беги к пульту управления. Тебя ждёт лейтенант Восс. Сюда, да? О. Держись. Врач скоро будет. Привет. Сюда. Нужно кое-что проверить. Вас понял. Возвращением, Кейн. Страус, доложить обстановку. Я могу открыть почти все двери в здании, но пульт управления лазерами отсюда недоступен. И я не могу открыть дверь, которая к нему ведет. Поэтому нам нужна твоя помощь, Кейн. Хорошо. На нижнем уровне остался отряд Гадюка. Они не могут выехать. Освободи их и приведи сюда их инженера, чтобы он вскрыл эту дверь. Удачи. Так, найдите инженера отряда Гадюка. Здравствуйте. Хорошо, пошли. Штраус, открывай дверь. Входите, я закрою за вами дверь. Так, вперед.
Я молодец. Я молодец. По ошибке не посмотрел вниз и упал. Ладно, давайте, подожди. Там нужно просто вызвать, а я так протупил. Давайте вызову пока. Вау! Ты чё, охренел? Просто охренели. Ну что, готовы? Спускаемся. Спускаемся. Так. Так, и мы идем вперед. Кейн, теперь найди пульт, который открывает ворота. Хорошо. Найти пульт, который открывает ворота. Это реально вообще тут? Где же мне он? Где же он? Давайте пойдем сначала вот так вот. Нашел. Отлично. Да. Сдохни. Тихо. Аптечка есть. О, отлично. Отлично. Берегись, тут полно строгов. Хорошо. Воу, машинка. Этот у нас готов. Бочечки. Обязательно стреляем в красные бочки. Не вижу. Еще один. Отлично. Что? Ты за мной? Отлично. Проводи меня к двери, я вскрою замок. В чем дело? Отведи меня к двери, я ее вскрою. Куда именно? Так. Давайте мы тут обследуем сначала. Может это? Так, Фрэнсис Клифт вместе. А, вернуться? Ладно. Упс. Возвращаемся к лифту. Типа за мной идешь, это хорошо. Так, ты где? А, вот, вот и где. Сразу же готов на лифт. Готовый стоит на лифте. Так, это вряд ли эта дверь. Вот инженер наш. Он сам даже идет. Так, нам сюда. Вау. Ага. А, опять искать еще дверь. Ладно. Сюда. Мы тебе ага. Башку не прострелили. Извините. Не хотел. У нас гости. Я пойду пока сюда. Кейн,
Вон тот пульт управляет лазерами. Угу. Так. Я готов. Эй, сюда. Секунду. Сюда. На сканере ничего, они ушли. Так, открывай дверь. Первый замок вскрыт. Это хорошо. Второй замок вскрыт. А третий? Снимаю блокировку. А, блокировку? Готово. Отлично. Ну я ж опытней. Немножко. Чуть-чуть. На две серии. Если что, готовлю. Ой-ой-ой. Он иди сюда, скотина. Ой-ой! Это был перебор. Я взял не ту пушечку. Берем. О, отлично. Перезаряжаемся. И я готов. Сейчас он опять выйдет. Давай, иди сюда. Сохраняюсь. Он готов. Блин, чувак, жалко тебя. Да. Штаб, наш отряд окружён и находится под обстрелом. У нас кончается... А, лифт? Давай, садись. В лифт давай. О, как хочешь. Если что, не виноват. Воу. Два, один, ты дыш. Теперь нам по... Так, я что-то делаю. Ну? Есть! Задача выполнена. Отключить лазеры. Сзади! Вот козел. Иди сюда. Давай, 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 давай. Это было. Сюда теперь. Вау. О, привет. О, привет. Кто пришел? А, это... Упал он. Один упал. Уже их с дробовика так легко бить. Найти отряд носорог. Здесь мы не пройдем. Так, что у нас здесь? Еще нажать нельзя. Хорошо. Давайте мы поднимемся. Баба, пока. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Неудачный день для тебя. А, это ты? Робобо? Фак, он не снес почти все хп. У меня 9 хп осталось. Никогда не буду подходить к этому уроду в упор. Здоровый? Это что за... Это что такое? Это что за роб... Боже, это что за Робокоп пошел второй? Это как робот из Робокопа 2. Это Робокоп 2 именно. Мужик, мужик, мужик. Фак. Его уже не спасти по-любому. Хотя, возможно, было. Можно спасти. Слушайте. Создавайте себе проблем. Привет, чувак. Хочешь прикол? Пока. Забывай писать. Это отряд Браво. У нас проблема. Кто-то еще жив? О, птичка. Слышь ты. Ну, бывает, чувак. У всех бывают такие дни. Так что вот так вот. Ты что, охренел? Что ты делаешь? Мне, блин. Римбо. Рэмбо. Воу.
Темнота. Нет. Только не ты. Ах, у тебя щит еще? Вот он, сволочь. У него еще щит. Что-что? Я не ждал, что у меня будет битва с этим придурком. А ну на. А ну на. О, вы... А ну иди сюда. Как от тебя избавиться? Как от него избавиться? Боже, да какое сохранение? Я хочу загрузиться. Блин, это что за робот такой? По чуть-чуть. Ах ты. Умный такой, да? Ха-ха-ха. Один раз подловил. О, как ты близок. Так, хорошо, перезарядочка. Давайте мы пока сюда. Давай ко мне. Ты куда пошел? Вау. Неужели? Боже мой, это что за чертовщина? Так, давайте мы доберемся. У нас 22 хп. Это было жестоко с твоей стороны. Ладно, пошли вперед. Мэдисон, мы ведем бой с отрядом... Мэдисон? А где Хованский? Видим вас в секторе Лима 25. Так. Опять Мэдисон. Опа. Так, мы поднимаемся на самый верх. Я вот думаю, знаете что, ребят? Что я, ребят, думаю? Нам нужно ХП. Отлично. О, выход. Я думаю, можно на этой прекрасной ноте закончить эту серию. Да, у нас в следующий раз будет... Интересно. С вами был Саня. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ждите новых серий. Всем пока!